А, бесіди прилічна на телеканалі Родана. Я вітаю наших глядачів і вітаю у нас у студії проти Єрея Олександра Горовенка. Здравствуйте. те, Олександр, продовжуємо говорити про чернецтво, і я думаю, нам треба відповісти якраз на ті питання, які ми почали минулого разу. Чому офіційна церква прийняла оцей бунт? Ви говорили, що чернецтво тих перших часів це був бунт проти офіційної церкви, проти офіційного християнства. Я так скажу, не було бунт в нашому плані як. Как... Бунт поднимает против власти осознанно с целью, с очень простой целью, с целью сместить сместить действующую власть. У монахов это, естественно, не было этой цели. Они просто не соглашались с той мерой аскетики, которая была в церкви, и они хотели большего. И вот с открытием церкви для всех, ну, да, вот даже сейчас есть отголоски там, и к тене обоглашенных. То есть это был период в церкви, когда в храм заходили только свои, и в определенный момент из храма просили чужих, некрещенных выйти. И когда церковь открыла врата для всех, mm -hmm. и достаточно было принять крещение, в церковь пришли люди, которым вообще не интересна никакая аскетика, никакое там контролирование самого себя или ущемление каких-то своих желаний церковь принимала этих людей в принципе как сейчас ситуация напоминает современную когда современный человек может покреститься только потому что ему надо повенчаться то есть вот, mm -hmm. жена хочет чтобы были красивые фотографии с храма но есть препятствие некрещенный муж это решается препятствие очень быстро в ближайшем храме, там, где нет катехизических бесед, только потому, что это препятствие к тому, чтобы прийти к венчанию и сделать фотографии. То есть конечная цель это красивая фотография. Тогда у людей была конечная цель получить должность. Для того чтобы ты был при должности, тебе надо было соответствовать курсу партии. Вот. Угу. Курс партии был таков, что, как Владимир, кто не пойдет на Днепр тот э, ни не со мной, не князю, друг. Да? да, говорил он эту фразу или нет, это уже совершенно не важно, но политика была именно такова. И это не потому, что там христианство жестокое или кровавое, это потому, что вот историческое событие и историческое раз развитие вообще человечества происходило именно так. От какой-то крайней жестокости к какой-то нехорошее слово гуманности к Паніманню чоловіка знаєте, мені здається, що тут навіть християнство в принципі ні при чому, тому що ми можемо подивитися і в інших культурах, в інших релігіях. Якщо чогось хоче князь, цар, імператор, то відповідно те саме роблять і усі його міністри, уся свита, всі абсолютно. Точно так вийшло і тут. Да? Князь став християнином, значить, усі християни. Да, при том, что это срабатывает даже не, не столько с людьми властными и облеченными там, саном, властью, деньгами, mm -hmm. или известностью, или знанием, чем угодно. Это происходит потому, что 95% общества, они индифферентны. Это те люди, которые mm -hmm. получили меньше, чем один талант. И с них и спрос, в принципе, минимальный. Это те люди, которые будут ходить в Пас, на Пасху в храм или в буддийский дацан или в мусульманскую мечеть только потому, что она находится рядом. 95% людей — это именно эти, которые идут, потому что ну, все идут, и все. А очень маленький процент, там 3% или еще меньше, это людей активных, которые хотят делать выбор осознанно, и они, в принципе, решают все. И вот эти 3% или 1,5% настоящих христиан, они смогли перевернуть всю империю. И за ними пошло большинство, и за ними, в конце концов, mm -hmm. пошел император. Но ну, раз все идут, значит приходят в церковь большинство людей самых разных сословий и самых разных мыслей. Кому-то надо должность, кому-то... Кто-то ищет Бога, но так, чтобы Бог сильно не мешал и не вмешивался в жизнь. Ну а вот это маленький этот процент людей, жаждущих Бога, не просто ищущих, а именно жаждущих Бога и желающих вот с Ним вступить в активные отношения, это та часть, которая смотрит на большинство и говорит, я не то, что вас осуждаю или я как-то против вас, вы тоже mm -hmm. верите в Христа, в того же, что и я. Но ваш образ жизни мне категорически не подходит. И поэтому бунт, вот возвращаясь к этому вопросу, это не был бунт с целью смещения власти. Никто из монахов не восставал против там, патриарха или митрополита, или синода. Естественно, были какие-то локальные восстания в том плане, что это были восстания богословские. То есть mm -hmm. вы верите не так, даже раскол 1054 года, раскол между католиками и православными, он произошел, произошел по вообще смешным причинам. Вы креститесь не так, вы ходите там, крестным ходом не так. Он произошел по причине несогласия в обрядовых действиях. Ну, аж там есть и богословские... Это несгоды. совершенно верно. Были гораздо серьезные причины для того, чтобы был разрыв. Но поскольку политически вот так все совпало, что сейчас мы с Римом mm -hmm. не перестаем дружить, то нашлись поводы именно такие мелочные, которые вообще не играют никакой роли. Надо помнить, что до раскола 1054 года между Римом и Византией споры не прекращались. Они ссорились, они mm -hmm. все время предавали друг друга анафеме, проклинали, отлучали, говорили, что вы еретики, при том, что в этих спорах иногда был прав Рим, иногда была права угу. Византия. И на этом фоне монахи сыграли тоже действительно такую важную роль, потому что монахи, уйдя в пустыню, уйдя вообще от каких-то авторитетов, они сами стали авторитетом. Вот эти люди, которые ушли в пустыню ну вот Антоний это анахарет это человек, который отдельно живет, то есть это угу. пустынники, а Евагрий, который был родоначальником общежительного монашества, он организовал другую общину. Он организовал общину, которая, где жили монахи вместе. Естественно, угу. это были сначала это были мужские монастыри, женские возникают позже. И вот эти два стиля монашества: первый это пустыножительный, и другой это общежительный, когда живет чисто община, но живет именно по своему какому-то уставу. Они начинают вызывать со временем удивление, уважение, и они становятся авторитетными для огромного количества христиан. И со временем вот эти люди, которые ушли от всего, это все их догнало в том плане, ну тут сбылись такие красивые слова Христа, который говорит ученикам, что вы должны оставить все и братью, и сестры, и жену, и мужа, угу. и имение ради меня, и тот ее получит. Вот они это все оставляли, а это все за ними бежало в плане, что они обретали, они теряли там родителей, но находили святых отцов, которые их получали. Они отрекались от имения, и люди приносили им свои имения. Они mm -hmm. отрекались от того, чтобы высказывать свое мнение, заканчивалось тем, что их мнение спрашивало, спрашивало большинство. И монашество это то, что возникало как одно движение, и оно переродилось в совершенно другое движение в том плане, что монах, ушедший от всего, вдруг, ну не вдруг с течением истории, он получает огромную власть и огромные авторитеты, в конце концов, даже до сегодняшнего времени церковью управляют монахи. То есть мы говорим, что вы как люди, которые ушедшие ради Христа и оставившие все, угу. вы достойны того, чтобы мы вас слушались, чтобы мы прислушивались к вашим словам, и что вы решите там на соборах вместе, то мы с этим и согласимся, потому что... Мы признаем, что их стиль жизни гораздо выше нашего. То есть человек, ушедший в монастырь, если он примет монастырь как первые отцы, которые mm -hmm. вот действительно уходили ради Христа, ради Бога, они достигают огромных высот, которые нам, в принципе, мы даже о них и не знаем. Мы даже не знаем, что такие высоты могут быть. И вот. Их признавали еще там 4 века авторитетами. Они начинают управлять церквию в том плане, что мнение монашеских общин, они были огромные многотысячные, оно становилось довольно весомым фактором для принятия каких-то решений. То есть, если монахи сказали, что иконам надо кланяться, то то, что там Лев Исаврянин сказал, не надо, это становилось менее mm -hmm. значимым, а именно монахи подняли этот бунт. Монахи защитили в первую очередь иконы. Не, не миряне, не белое духовенство, а именно монашествующие восставали против ересей, монашествующие боролись с какими-то богословскими заблуждениями. Ну, надо отдать должность, что монашествующие и создавали эти заблуждения. То есть они как и авторитеты, они, поскольку человеку монашеского сословия и звания была дана огромная власть, то человек, облеченный этой властью, когда он ошибался, то его ошибка также была довольно значимая для других. Поэтому тот бунт, который провозгласили монахи первых веков, он был бунтом как бы все, я ухожу. Ухожу, ну как бы не столько от вас, сколько ухожу ко Христу. И уходя ко Христу, он опять каким-то кружным путем у Льюиса есть книга «Кружной путь» или «Блуждание паломника», где рассказывается, как человек выходит из Дома Божьего и через разные философии, через заблуждение, через грех, через разум, через что-то такое странное, непонятное, он опять кружным путем возвращается туда, откуда вышел. Так и монашество. Оно вышло, чтобы не участвовать там, в делах мира, оказалось так, что монашество в делах мира участвует самым таким серьезным образом. Оно именно решало многие и политические моменты, и религиозно-вероучительные моменты, и и в экономике монастыри играют, играли, наверное, играют огромное значение. Этот монашеский бунт и уход. Он закінчився тим, що монаха, трякшися от власті, ету же власть получили ще більше, чим якщо б он її хотів і за ній біжав. Ну але ми можемо, якщо подивитися на форми чернецтва, да, які існували колись, які існують сьогодні. То ми можемо побачити, що сьогодні, от, наприклад, такого анахорецького, скажімо так, чернецтва дуже мало. Я думаю, що воно є. Напевне, там на Святій горі афон напевне є. Да? Але, от, наприклад, в нашій країні ми навряд чи побачимо десь таких одиночок, як були там і Антоній, і Феодосій, хоча пізніше приходив, уже вже була невеличка общінка, Да? Але все одно досить довго трималося у нас от таке чернецтво, коли були подвижники, які самі по собі подвизалися. Да? Там і Арсеній Коневський, і там ми бачимо в північній частині країни. От, сьогодні такого немає. Як ви думаєте, чому чернецтво настільки змінилося, і що це дає сьогодні або не дає нинішнім християнам? Скажемо, на Україні у нас є удивительне місце це Карпати, де майже в кожному селі є монастир, і цей монастир такий це храм, і один или два монаха при этом храмі Тобто Це фактично одиночки, відшельники? Есть люди, которые в горах подвязаются, там у него просто какая-то пещера или комната, он там живет. В так Кры... то не зникло, да? Нет, нет, в Крыму есть люди, которые угу. живут в крымских горах э, именно в таком стиле. Э, это было, например, тот же Сергий Радонежский, Серафим Саровский, это люди, которые уходили. При том, что вот на, на таких, как Сергей Радонежский и Серафим Саровский, мы можем видеть, что это, это уже бунт против самого монашества. То есть это же люди, которые ушли в монастырь. А потом они с этого монастыря уходят. Почему? Потому что, оказывается, братья не понимают их святости. То же самое происходило в Почаеве с Амфилохием Почаевским. Почаевские монахи отправили амфилохия на кладбище: Иди, живи там, ты нам мешаешь. Правы или неправы правы по-своему монахи прав по-своему амфилохий. То есть мы уже видим вот такое вынужденное отшельничество среди настоящих монахов, когда они уже будучи монахами, уже живя в общине, но под давлением братьев, видят, что его жизнь приносит дискомфорт другим. Угу. Он уходит, как Сергей Радонежский. Основал общину, к нему пришли монахи, потом они говорят, нам неудобно. То есть у тебя угу. не поесть, не попить, не поспать вообще ничего нельзя. И ну, по-настоящему нельзя. Это не как у нас там, не выпил чашку чая, это я уже подвижник. А они по-настоящему, они говорят, нам тяжело это. Сергей Радонежский говорит, тяжело, но я, уж, уш... я пошел пока, все. Угу. Вот так решались вопросы. А почему сейчас это столь, настолько мало в процентном соотношении с обычными монастырями? Я думаю, что это связано с развитием литературы. Довольно сложно стать отшельником после Игнатия Брянчанинова. То есть там, где Игнатий Брянчанинов понаписывал о прелести, если человек действительно желающий монашества, это как бы... Какой ты монах, если ты Игнатия Брянчанинова не прочитал, Феофана Затворника, там, ну хотя бы Паисия Афонского. Это как бы лайт уже, лайт вариант, легкий, с шутками и веселый. Но нормальный монах, он обязательно должен прочитать Аву Дорофея, должен прочитать Игнатия Брянчанинова, там, Ефрема Сирина. И после этих книг довольно сложно уйти в отшельничество, потому что там слишком много предупреждений, что ты себе -то не доверяй. Ты, конечно, умный парень, но ты пойми, что ты не, не можешь видеть самого себя mm -hmm. из, издалека. То есть для того, чтобы твое монашество принесло тебе пользу, ты должен по-настоящему иметь духовника, ты должен ему подчиняться, ты должен в конце концов выполнять одну из главных заповедей монашествующего — это послушание. Ты должен кому-то подчиняться. У Авы Дорофея это очень жестко прописано. Когда там Ави Дорофея приходит помысл, что дать брату ложку или не дать, ну там она же речь была, и он говорит, я подумал, что ну, это малозначащий вопрос, и с этим вопросом к старцу обращаться, наверное, не стоит. Он и так занят. Угу. И тут Авадрафий говорит, я сказал анафема тебе и помыслу твоему, и просил, пошел спросил у старца. Когда же старец мне ответил то же, что и я думал, как поступить, то помысл мне опять сказал, что вот видишь, ты зря беспокоил старца, он же тебе сказал то, что ты и так знал. То, то Ава-Дорофей говорит, я сказал своему помыслу, то, что вначале ты говорил, это было от дьявола, а то, что сказал мой старец, это от Бога, хотя сказали одно и то же, но источник, с которого исходит информация, она разная. Поэтому здравомыслящий монах, который хотя бы Авудорофея Игнатия Брянчанинова прочитал, ему сложно сказать, что я ухожу в, там, в затвор, в отшельническую жизнь, потому что он понимает, что «а вдруг я ошибаюсь? А вдруг я вот сейчас уйду?» Это на самом деле не благочестивая мысль, а от дьявола. Ведь mm -hmm. дьявол очень часто внушал именно подобные мысли, что в этом монастыре ты уже привык, ты уже этот устав исполняешь свободно, ты можешь больше, давай, пошли. Mm -hmm. Человек уходил, скатывался вообще вниз. Так и здесь от этих отшельников будет всегда мало, потому что для этого нужен очень твердый дух, для того, чтобы, во-первых, быть уверенным в том пути, который ты избираешь. Если бы Сергей Радонежский колебался и сказал, да, братья, ну давайте по любви, давайте вы будете... Давайте будете есть еще там, печеную картошку и в среду. Не только mm -hmm. там, в субботу и воскресенье, еще и в среду. То он бы никогда не стал Сергеем Радонежским. Он бы был святым каким-то Сергием, но он не был бы Сергеем Радонежским. Для этого нужен особый дух. Серафим Саровский, та же самая личность, это человек, который спорил с своим архиереем, с игуменом. Он со всеми ссорился. Когда речь заходила там за Сестер Шамрадинской обители или за Дивейский монастырь он пересорился со всеми. Это так, что своего архиерея называл Антихристом это Серафим Саровский. То есть для mm -hmm. этого надо, чтобы совпали какие-то внешние обстоятельства, особая какая-то грамотность своя личная и твердый характер. Вот тогда возникает хороший отшельник. В другом случае, это будет просто такой монах, который где-то может повредиться, в лучшем случае он вернется опять в монастырь и признает свою ошибку. Дякую вам за сегодняшнюю беседу. Сподіваюсь, что наступного раз мы поговорим и больше про те, навіщо чернецтво нам мирянам потрібно. Совершенно верно. Ангела-хранителя.